Рабочая группа правительства во главе с Галиной Данчиковой побывала в городе Вилюйске. За последнее время город стремительно обустраивают. Здесь открыли детский сад на 200 мест, распахнули двери дворец культуры и больничный комплекс. Председатель правительства побывала на строительной площадке нового 96-квартирного дома, ознакомилась с ходом работ. Завершение строительства этого объекта горожане ждут с нетерпением. Далее с участием вилюйчан состоялось совещание. Речь, в частности, шла о реализации закона о дальневосточном гектаре. Население все-таки не до конца понимает сам порядок реализации этого закона о дальневосточном гектаре, какие меры нужно предпринимать, необходимость подачи уведомлений в первую очередь о наличии прав на земельные участки органа местного самоуправления до 1 сентября. Это вот очень важно.